Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть всякого истину блажить Богородицу Преснобоженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшего, истинно Серафим, без исцеления Бога Слова, рожишу и сущую Богородицу, вещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Христа, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси и человека любит. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Небольшое здесь будет пояснение. Это не на один раз мы тут будем эту тему поднимать, а молитве. Я приближусь рядом, чтобы зачитать. Это из нашей книги «К истинному православию». Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Знание, искусство и вообще культура обогащает душевное качество человека. Молитва же раскрывает в человеке духовную, высшую сторону его существа. Бог любит свое творение и любит каждого из нас. Здесь поясняется, для чего молитва нужна. Даже этого некоторые выразить не могут. Ну, так вот привыкли мы, говорим, да это не то, что мы поздоровались утром, друг друга приветствуем, что-то просим, желаем. Любимым человеком посвящают какие-то письма, поздравления. Он есть наш Небесный Отец. Как детям свойственно желание видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должна быть свойственная радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитвой. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. По словам святого Иоанна Кронштадтского, молитва есть золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле, с миром духовным, коего он член и паче всего с Богом, источником жизни. Кавычка закрыта. Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения. Крестным знамением, коленопреклонением, поклонами, воздеянием рук и другими знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима без слов и других внешних проявлений. В молитве христианин изливает перед Богом всю свою душу, прославляет Бога за Его высочайшее совершенство, благодарит за милости, благодеяния и просит о своих нуждах. Словословие – это самый совершенный и бескорыстный вид молитвы. Молитва трех видов.
Три ступени. Первая – просительная. Дай, помоги, спаси, поддержи, обрадуй. То есть чего-то человек просит. Эта молитва исходит от человека, который ничего не знает о Боге совершенно. Он уже так молится. Вторая часть молитвы или ступень – это благодарение. Получил ты или не получил? Почему говорится «за все благодарите»? Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе за все. 1 Фессалоникийцам 5:18. Молитва Отцу Небесному. Она звучит так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Молитва к Иисусу Христу. Называется Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, или помилуй нас. Молитва к третьему лицу Святой Троицы, к Духу Святому. Мы считаем по-славянски, здесь по-русски дается. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истинный, который находится везде и все собой наполняет. Сокровище всякого блага и жизни. И жизни, Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. И одновременно к всей Святой Троице. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. И молитва Ефрема Сирина, вот которую мы считаем в конце. Она считается во время всего Великого Поста с понедельника по пятницу. Но понедельник начинается в воскресенье вечером. И в пятницу вечером, уже суббота начинается, уже она не считается молитвой. Все молитвы мы здесь даем на русском языке, а в храме они считаются, как правило, на церковно-славянском. Господи, Владыка жизни моей, не дай мне духа праздности, уныния, начальствования, празднословия, сребролюбия, души целомудрия, смирения, терпения и любви дай мне, рабу Твоему. Так, Господи, Царь мой, дай мне узреть мои прегрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. В молитве за умерших говорится так. Подай, Господи, оставление грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде на воскресение, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Это главная конструкция всех молитв. И хотя нет ее в Библии ни одного прямого указания на молитву за умершего неверующего. Сирахов 7.36. Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости. Это молитва. 2 Маковейская 12.43-45. Сделав же сбор по числу мужей до 2000 драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех. И поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. То есть они были люди виновные, погибли, и за них молитва была. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. А за умершего без покаяния, но безбожно извратив церковное постановление и не веря написанному в Библии, корыстолюбивые и суеверные прихожане и священники приучились за деньги всем петь вечную память и со святыми упокой. А это не указано на это. Когда считаем за умерших,
помяни раба твоего. А человек ни дня не верил, ничего. Сейчас вот самолет разобьется, где за всех молятся. Писание нигде этого не повелевает. Да и что он получит? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. В обычной жизни обман легко доказать, но как можно убедить всех, кто отпевает своих дорогих родственников, что их желание провести в Царство Небесное безбожника, есть лишь еще один тяжкий обман себя и попытка обмануть Бога. О, если бы открылись наши глаза на то, что совершается в церкви, когда священник кадит дымом кадильным, то какие демоны поют у гробов, какие зловония незримо расплываются здесь. Вот что видят святые при всех отпеваниях атеистов и умерших без причастия, без примирения с Богом, через принятие жертвы Христовой. Кавычки открыты. Однажды, ходя по городу, святой Андрей увидал, что навстречу ему несут покойника. Умерший был очень богатый человек. И за гробом его шло великое множество народа со свечами, с кадильницами. Церковнослужители пели обычные погребальные песнопения, а родные и близкие покойника плакали и рыдали. Это прямо из «Жития святых» я взял, Дмитрия Ростовского. Видя своими прозорливыми очами, что делалось с тем мертвецом, святой остановился и стал смотреть. И вот, впав на долгое время в совершенное бесчувствие, он увидел духовными очами множество эфиопов, то есть черных, демонов, шедших за гробом и громко кричавших «Горе ему! Горе ему!». Одни из них держали в руках мешки, из которых рассыпали пепел на людей, окружавших мертвеца. Другие же бесы плясали и бесстыдно смеялись, как бесстыдные блудницы. Третьи лаяли, как собаки, а иные хрюкали, как свиньи. Мертвец был для них предметом радости и веселья. Некоторые из бесов, окружая мертвеца, кропили его смрадной водою, а иные летали по воздуху около одра, на котором лежал мертвец. От трупа же умершего грешника исходил удушливый смрад. Идя следом за мертвым, бесы рукоплескали и производили ужасный топот ногами, ругаясь над поющими, говоря: «Пусть Бог не даст никому из вас видеть свет, жалкие христиане, ибо вы воспеваете над псом, над собакой, со святыми упокой душу его, и при этом называете его причастного всяческому злу рабом Божьим». Взглянув вторично, Андрей увидел, что один из бесовских князей с пламенным взором шел ко гробу того отверженного со смолой и серой, чтобы сжечь его тело. Житие святого Андрея Юродивого, 2 октября, страница 47. Сегодня по воле и патриархии отпевают многих, называя рабами Божьими всех преступников и людоедов, начиная со Сталина и генеральных рабов греха Леонида, кого Брежнева, Константина Черненко, Юрия Андропова и их верных подельников. Это все в церкви отпевали. И главная вина за лжеотпевание падает на корыстолюбивых священников и архиереев, приговоренных Богом к вечной погибели за замену Божьих заповедей вымыслами человеческими. А где это написано? Третий том настольной книги священнослужителей, страница 601. Это говорит Господь Бог Серафиму Саровскому. Псалмопевец же Давид хвалится перед Богом: «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Псалом 118, 113. Наша православная церковь разрешает молиться только за живых еретиков и неверующих, и при том только об их обращении к вере православной, не об их упокоении в Царстве Небесном. Святой Григорий Богослов слышал от Бога: «Никогда же не молиться о нечестивых». Синоксарий в субботу мясопустную, в триоде постной. «Если кто без покаяния умрет, неверный в жизни, быв врагом Божьим,
таковому нет помощи после смерти, как и Давид пишет, ибо в смерти нет памятования тебе, в аде кто исповедуется? Иоанн Златоуст в субботу Пятикостную. А о том, чтобы не плакать об умершей, говорится, если бы священники боялись Бога и заботились о спасении доверившихся им слепцов духовных, они бы знали, что недостойное, без должного приготовления причащения несет человеку болезнь и смерть телесную и духовную. Вот небольшое вступление, чтобы молитва наша была не в грех. Вот у нас в храме подаются записки трех видов. За здравие тех, которых знаем, кто верует. За здравие, за упокой только верующих. И за обращение всех, кого желают. Это уже по разуму. За молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песню пеем Ти сильный. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Отодрая сна, возвигнись, Господи, умой просвети и сердце, и усне мои отверзи, воеже петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и ко его ж до деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Боже, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, вся святая Троица, ко многие рая Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими. Но человека любствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего возлигл меня еси. Воеже утренне Ти славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Тридцать второй псалом. Радуйтесь, праведная Господи, правом прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещет перед Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу своей. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Все нищие возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Приидите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
Он хранит те кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротов изречены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, дает причастника слова Той вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится слово, что отторг меня от твоих рук и ограды. Но ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрев матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил по своей тайной грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанию того смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удалите скверные, лукавые и хульные помыслы закаленного сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебе благословляются роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир Надежды, мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших.
Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила Иси Христа Спаса, избави тебя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага, жертворящего креста Господня, не оставь меня грешного, уповающего на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Липи, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Дагена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это доброе мирное время. И приготовь мир к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха. И сохрани нас, оселение наше, от пожара, ворова, нечистой силы, и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Никита, и почти добрых жителей, знающих тебя с детьми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, расширь пределы общей, найди новые души и всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину и чадо их, Валентину, Алексея, Валентину, Надежда, Андрея, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Конил их Максима, Юлию, помилуй. Обрати Германа, Александра. Возри на врагов наших и разруши их замыслы злые, и злословия их прекрати, если угодно Тебе. И в судный день не помяни их безумия, ибо не знают, что худо творят. Посети и благослови благодетелей наши, воздай им добром Елену, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Посети болящих. Пошли им исцеление, дай силу перенести все благодарящее тебе, дабы никто не возроптал. Это Сергея, Алексея, Александру, Анну. Валентина, Акелина, Тамару, Гликерия, Калерия, Игоря, Василия, Александру, младенца. Ты всех и знаешь, Господи, облегчи их страдания. Аллилуйя. Господи Боже наш, услыши наше молитвы воздыхания о впавших в пьянство, избави от этого страшного недуга Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Это наше сокровище с этой форм, что есть для многих людей. Сохрани и защити трудящихся, благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Дмитрия.
Сергея Василия, путешествующего ровесника, отступников Николая, Михаила, найди ты их всех, знаешь, не дай им погибнуть в ожесточении. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших и отец и братья наши. И же с верой, надеждой на жизнь вечную, отошедшей от жизни сей. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче, свят, 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 Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю, Господи Боже мой, за день, в который дал мне веру в Тебя и страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Сколько лет Ты хранил, защищал от видимых и невидимых опасностей. Добрый мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дары жилье, Гавриилу и Сергею. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат и Ерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Дабы никто не принял начертание зверя, Анфима, Вениамину, дай веру, и устраши родителей, такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Пощаевский, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Молите Бога о нас, святые жены и девы,
Фёкла первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акела, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейству Евгении, Надежды, Надежды, Надежды Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии и Елены. Галина и Анна. И прими нашу молитву, Господи, и воздеяние рук, как жертву вечернюю, и благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Господи Боже, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Богу нашему слава. Доброе утро ко всем. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дожми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. 12 поклонов земные делаются, но я не могу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли Бога о нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости мои согрешения. Боже, очисти, помилуй. Боже, будь милостив ко мне грешным. Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты. За свет нового дня, которого никогда еще не было на земле. И мы не знаем, что ожидает нас в нем. Но полагаемся на милость Твою, милосердный Создатель. И защити место сие, дабы чужды не могли и приблизиться к нему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Господь и Бог наш. Благодарим Тебя за милости Твои, долготерпение к роду человеческому. Прости мои согрешения вольно и невольно. Согрешил я в уме и в помышлении, в дни и в ночи. В ведении и неведении во все дни жизни моей. Ибо Ты благо человеколюбишь. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия, не дожми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Так, мы сейчас будем подготавливать события дня, посчитать. Ну, я отключу на время, а потом включу, но это минуты, может, через две. Вы сами смотрите, кто хочет, останется с нами. Спасибо, Христос. Итак, сейчас мы посмотрим.